такая архитектура в Бишкеке. Такое вот здание с колоннами в центре города. Не знаю, что это. Может быть, театр? Мы прибыли на авторынок Бишкека. Рынок называется Риом. Вот. Он просто необъятный. Просторы, просторы, просторы. Огромное количество автомобилей на любой вкус и цвет. Наверное, нечто похожее на рынки во Владивостоке. Под навесом должны быть новые машины. Наверное, тут есть все марки, какие хочешь. Очень много машин. Kia Carnival 21 года выпуска. Стоит 41 тысяча долларов. Пробег 50 тысяч. Вот, и там классно. Сейчас сиденье покажу, как есть. Открываются с кнопочки, откатывается дверь автоматически. Два ряда получается. Два ряда, но сиденья не капитанские. $41,000. $29,800 Джили Манджаро. Такой вот салон. Зачуханный весь. Ну, зачуханный это трется. Синяя на белом. Синяя на белом красиво. Бирюзовая красиво, мне кажется. А там бирюзовая есть? Нет. А это один остался, да? А бирюзовый есть? Бирюзовый цвет есть? Есть. Есть бирюзовый. Джили Манджаро 29,800. $29,800. Вот серый. Тут, наверное, он. А, вот он. Он тоже синий. Тоже синий. Одинаковые. Че, Юль? А где бирюзовый? Бирюзовый где? Другой цвет, салон, салон. А, салон. Здесь синий. А вот бирюзовый, откуда? В обзоре?